вызывает активность, которая влияет на серо-белое вещество. Слушаемая музыка. Музыка – это сотрясение молекул воздуха в сущности. Ты ощущаешь, что для тебя эхо становится реальностью? Единственное, что работает в культуре напрямую на бессознательный уровень – это музыка. Вне зависимости от того, как вы делаете музыку или не хотите, если у вас есть музыкальный фон, все это напрямую сужается в бессознательный уровень. И потом алгоритмика вашего поведения, ваше мировоззрение, оно напрямую будет зависеть от того, что вы слушаете. Биты. Музыка воздействует на человеческую душу, на те его центры, которые могут вызвать самые глубинные, самые темные, самые мрачные, если хотите, стороны его души. Все есть человек. Человек – это бездна. Слушайте. Так же забиты. Запятые.